Так, ну что ж, продолжаем тогда запись прохождения игры GTA Vice City и смотрим заставочку. Mr. Vasetti? Hey, you bought the old print works? Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was gonna follow him in his trade, but I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm thinking we might print something. A newspaper, a magazine. Oh, crap, Sonny. Low-grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. Really? Sure. But we need some good quality plates. Of course. There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. A syndicate? Yeah, well, just rumors is all I've heard. I know a man who's good with rumors. Так, ну что ж, нам нужно какие-то клише забрать. Скорее всего, но сначала прокатимся до Кента Пола, до клуба Малибу, который я недавно прошел. Это нам облегчает жизнь, таксишка, но она работает только вот здесь. Oh, alright, girls, you're lost, mate, innit? Alright, milk china! How's it hanging? What do you know about counterfeiting? Oh, I'm fine, Paul. How about you? Come here! Oh, alright. You obviously a busy man. All I know about Dodgy Reddy's is to try and supply the plates. Ah! Fuck! You know, they've got a shipping company down the docks. The boss man would know when the plates are coming in next. Thanks. Oh. What's the matter with you, you maniac? Give me another drink, lively. Так, мы допросили Кента Пола, и все-таки да. Эти поддельные клише находятся там. Ну, пока что неизвестно, где. Но мужик на корабле должен нам об этом будет сказать. Так, иди отсюда. Блин, тупой столб. Ну и машина не очень быстрая. Ну ладно, сейчас доберемся до моего особняка и возьмем там более быструю машину. Так. Вот мы приехали до моего дома. Забрали часть дохода. Почти полный доход собрали. И поехали дальше. Так, посмотрим, что у нас по дикому стилю играет. А, послушаем. Такая попсязенька, старенькая. Довольно здорово же. Ну вот, мы приехали в доки. Для начала нужно убрать вон того вон охранника, а то он может доставить проблемы. Который даже не реагирует на то, что в него стреляют. Так, сейчас попробуем. Ага. Это бронированная вещь. То есть я никак там не попадаю. То есть мы ждем, пока этот мужик пройдет. Прицеливаемся и тратим его. Так, быстренько забегаем сюда, тратим этого охранника. Так, хоп. Так, сносим с дробана.
этого. С этого сносим. Это еще жив. Так, отлично. Говорим с капитаном. Допрос с пристрастием проведем успешно. Правда, винтовочка исчезла. Ну и ладно, падаем вниз. Так, по-быстрому хватаем броник и уезжаем в наши мастерские. Две застыли не так трагичны, поэтому можно и перетерпеть. Итак, мы приехали и сдаем миссию этому титку. Отлично, мы сдали ее успешно. И проходим следующую. All right, the courier's moving the plate from the docks today. I'm gonna go intercept them, grab the plates, lose any heat, and make my way back here. Now, depending how well this goes, we may have 5 minutes to print the money before the counterfeit syndicate finds us, or we may have all year. Either way, I want green rolling off the presses 5 minutes after I get back. Got it? Don't you worry, Tommy. We'll be ready. Me and the boys will be around in the neighborhood in case you need any heat taken care of. All right. Everybody cool? All right, I'll catch you later. Так, в общем, мы теперь должны украсть эти клише. Ну, точнее, не украсть, а забрать себе. Так. Поэтому мы должны очень быстро ехать в доки. Ну, чтобы приготовиться к прибытию этого говняка-курьера. Ну, скорее всего, там будет вооруженная охрана, поэтому я готов к перестрелке, если что. Так, ставим машину где-нибудь здесь. Так. А, я вижу. Вон там какие-то бабёшки. Раз. Два. Вау-вау-вау, как быстро вы это реагируете. Все тётки одинаковые. Оп. Отлично. Так. Тетенька потрачена. Тетенька потрачена. Тетка потрачена. Мент, валец, да? Ты че приперся, а? Это я тут. Это я должен тут улетать. You think what? Have you been studying blocks? Have you read the Constitution? Отлично. It talks about freedom, freedom. У меня тут немножко мозгов не хватает, поэтому мы должны быстренько улететь. Florida theme parks is for Florida people only. That's what I say. I mean, так. I don't go to Alabama to visit a theme park. Я тут был, а звезда. Ага. Хватаем звезду, чтобы сбросить от нас вертолет. Все, вертолет за нами не полетит. Damn, redneck hicks ain't got no class. My views ain't extreme, mister. They're common sense. And what a lot of people would say if they have the guts. Так. If you keep letting people immigrate. Бросаем вертолет здесь. И по-быстрому сдаем миссию. Готово. We got
Отлично, мы завершили миссию. В общей сумме получили 7000. И потом мы будем получать по 800 регулярно. Ну ладно. Теперь я хочу купить еще один бизнес, который находится как раз рядом с замками. Мы были рядом, и это были... Так, хватит болтать там. Это были лодочные мастерские. О, кто-то мне звонит. Sonny. Obviously you are suffering from hearing problems, so I'll try again. Where's the goddamn money? Where's the goddamn stuff? And where's my gun? Are you new action? You are making an idiot out of me, Tommy, and I'm not laughing yet. Так, ну это позвонил Sonny, был чем-то недоволен. И мы покупаем лодочную станцию. Hello? Put it out. There's a dude here. Hey, Suits dude, I guess you're the new owner. Yeah. Which one of the boats is the fastest? It's already in the water, dude. I thought you might want to try her out. Dude, she's already running with a 300 horsepower engine. And the fiberglass hull, she just shoots through the waves. She can do like 0 to 60 in 4 seconds flat, dude. And she can hold like 20 bales of the best Jamaican smoke right in the hull. So go ahead, dude. She's ready to fly. Yo, yo, suit dude. You got a light? Dude. Dude. Dude, 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 dude. Да, да, да. Оранж-желто-красная лодка или красно-белая? Пожалуй, я плыву на красно-белой, потому что я уже на ней когда-то плавал. Так, раз. Нигер в синем. Или нигер в голубом. Спали отсюда. Это ты, дятел, на этом, на катере. Не надо это, плавать, пока я плыву. Оп. Оп. Till one day, all hell broke loose. Hop. We need you. I'm отлично, перепрыгнули. I'm done killing. I want to raise a family. That's just it, Tim. They've got your family. No. Jack Howitzer is Tim in. Так, ну надо, короче, сейчас все эти пакеты собрать, пока времени не ушло. Мы получим какой-то бонус приятный, надеюсь. Стоп, 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 стоп. Разворот резкий. Мотаю. Че это за музыка интересная такая? Странная музыка. Победа. Отлично, мы активировали лодочную станцию. $7000 получили, здорово. А теперь мне надо слезть отсюда. Давай, пожалуйста, попробуй слезть. У меня кто-то опять звонит. Stay off the idiot fuel and look after yourself. No one's gonna take us out. I'll see you later. I am Khan.
Don't I sound calm? Must be impending death that is doing this to my voice. Так, ну что ж. Давай. Давай, давай. Так, отлично. Оп, все. Выслезли отсюда. Дай-ка мне свою машинку, бабуля. Так, пожалуй, надо сейчас собрать доход с клуба еще разок и доехать до выставочного зала. Будем проходить его. А именно, заниматься доставкой машин и, возможно, проходить гонки. Стоп. Эта машина быстрее. Не достану ее. Она слишком быстрая. Так, посмотрим, что тут у нас есть. Сколько денег накапало? 5800, неплохо. Едем дальше. А, вот и быстрая машинка как раз. Нехорошо, конечно, у негритянок отбирать машину, но, конечно, надо доехать. Чем быстрее я пройду игру, тем быстрее я перестану вас всех терроризировать. Хотя можно и, по идее, еще Фила Кэссиди выполнить. Но мне кажется, лучше сначала активировать бизнес. Хотя там есть еще таксопарк Калфуна, но у меня на него, покажется, денег не хватит. Поэтому мы активируем бизнесы, пособираем доходы. О, может, на фабрику с мороженым у меня хватит, а? Это сколько? 20 тысяч. Ну, в принципе, как раз хватает. Who are you? Your new owner. Were you now or at any time a child? What are you talking about? Were you a child? Yes, calm down. What's wrong with you? A child. A dirty, stinking, sniveling, snotting, vile, puking, crying little baby. A baby! An awful, horrible, disgusting little boo-hoo! Mommy doesn't love you, you little shit! Ow, calm down! I hate babies, and I hate children! They're dirty, sniveling, snotting, vile, puking Enough little... Enough already! What is wrong with you? You make soft ice cream, okay? It's purely for kids! What kind of psycho are you? Just so I understand this, why make children happy if you hate them? Oh, you stupid, sniveling, snotty... Shut up! Rat! The ice cream is a front. We distribute other non-dairy products. And if I see a kid, I put him to good use. Don't I, kiddies? Yes, yes, I do. Mommy doesn't love you. She hates you. What a nice lady. Still, you know, I hear there's good money in ice cream. Так какая-то ненормальная тетка здесь была. Эй, это моя фабрика. Ты что тут забыл? Come on then, loser. Иди отсюда. Это моя фабрика. Так, ну ладно. Давайте доедем сейчас до... До высоченного зала. Денег у меня осталось 7000, поэтому... Надо их заработать сейчас будет. Открыть... Купить еще пару бизнесов. И... Все. Ну, можно спокойно делать миссии Фила Кэссиди и прочих говнюков. Так, посмотрим, какие машины надо. Мэн Старкил, Адаха, Эсперанто, Сталион, Ранчер, Близко, Компакт. Ну, поехали. Так, и что это, пожалуй, Сентинел? Блин. Так, сейчас поищем. Так, нет.
Это, походу, я совсем не туда заехал. Посмотрим, посмотрим, какие тут машины имеются. Вас не хотелось бы покидать эту территорию, этот остров. Одни часовые. А вот и первая машина из списка. Так, стоять. Иди отсюда. Это Сталион. Отлично. Так. Едем, доставляем. А это Айдахо. Сейчас подумаем, как можно доставить. Так. Это моя машина, понятно? Потрачена четко. Okay. And you haven't changed back? What? Так. What did you say? You're still dressed like a man. Машина, ты не исчезнешь, нет? Отличная машина не исчезла. Так. А если толчками попробовать? I mean, isn't it just the saddest thing imaginable? Толчками, толчками едем. Так, нет, толчками плохо выходит. They do? Yeah. Look at Reagan. Look at Thatcher. Look at Gorbachev. While we stay home and bake. Немножечко отгоняем еще. Yes, I agree. Отлично, она не исчезла еще. Бывает, оглянешься, а машина уже исчезла. Опа! Опа! Так, поставим машину сюда. А в эту машину садимся. И сталкиваем. Эту. Ты же получишь толкнуть, да? Или немножко нет? Все, ладно, заем ее. Так, оп. Один. Автомобиль сдан. You self-hating fool, of course it does. И даже мы получили немножечко денег. Второй автомобиль. Стан. Так, Лан Старкер, Эсперанто, Ранчер, Блиста, Компакт. Че это там? Дай-ка мне вот эту машину. Стоп! Это же ранчер уже. Так. Давай, давай. Оп. Машина номер 3 сдана. Осталось 3 машины. Ландстаркер, Эсперанто, Виста Компакт. Так, вон Старкер, это четырехдверная там машинка, почти как ранчер. Эсперанто, это вот эта машина. Давай сюда, нигер, возьми мою. Отлично. Даже не пришлось далеко ехать. Так. Приезжаем и сдаем ее.
И получаем опять немножко денег. Так, ну, Блиста и Лэндсталкер. Лэндсталкер. Остались, да. Для начала мы возьмем быструю машину. А ничего не сбой нам. Так, давай посмотрим. Вау-вау-вау. Это было опасно. Ой, простите. Лэндсталкер, Лэндсталкер. Где же ты у нас? Где тебя искать? Без тебя нигде толком нету. Может быть здесь что-то есть, а? Ну ладно, в той части города должно быть что-то. Так, это мой походу сказал, да? Ну кто учил тебя водить? Идиот. Ой, что это было? Как-то занесло меня неудачно. А, точно, у нас же еще киностудия есть. Я забыл совсем про нее. Но у меня нет денег на нее пока что. Так, посмотрим, посмотрим. Где же тут у нас Лэндсталкер? Точно тебя нет нигде, да? Жаль. Я бы тебя доставил. Мистер Компакт доставил. Я вас пока бы не мучил насчет этих машин. Но мне понадобились бы следующие. Соответственно, я мучил бы уже немного других игроков. Точнее, ботов. Давай, давай, ищись, блин. Так. Одни санчезы всякие. Суперкары. Спорткары. А мне это не нужно. И байкеры какие-то ездят. Точно. Ой, простите. Надо всегда обыскивать стоянки. Здесь наверняка может быть что-то полезное. Как мы видим, полезности здесь нету. Так, ладно, возвращаемся в обратную сторону. Должны быть места, где они точно стоят. Эти машины. Но я не знаю, где это может быть. Так. Ой. Вот так вот некоторые машины становятся редкостью и бывает трудновато найти. Ой. Блин, машина загорелась. Бежим, бежим, бежим. Ай, нигеры стреляют по мне. Нигер, давай задержи своих. А я пока спрячусь на этом острове. А может быть во дворах у кого-то тут есть. Я помню, где-то во дворе был один автомобиль. Только вот в каком дворе? Я помню, мы где-то здесь миссию проходили еще. А вот здесь походу. Только надо сейчас аккуратно. Так, это не та машина. О, мячик есть. Хорошо, что он не утонул. Вот он утонул бы и вообще бы было жутко в бассейне утонуть. Так, это немного не та машина. Так, вон там какая-то синяя машинка торчит. А нет же, это немного не то. Так, это мы точно на этом островке? Обычно и нет островков, можно сказать.
Нет, тут я помню, он Старкер хватал. Или на сходе блистер. Компакт, неважно. Да ладно, сначала мы тогда заберем доход наш. Там я приостановлю записи, поищу. Это нужную машину, а когда я найду, я ее возобновлю. Итак, мы немножко поездили, и я нашел одну из машин. Это, конечно, не ранчер, но ее нам взывать тоже надо. Это близко компакт. Сейчас мы поедем и... Блин, да вы издеваетесь, еще одна. Я вообще-то искал Улан Старкил. А его нигде нет. Так, ну ладно. Сейчас доедем, дадим и продолжим искать его. Так, это ранчер, это не та машина. Это тоже ранчер, это не та машина. Отлично. Сдаем и получаем деньги снова. Так, посмотрим, посмотрим. Я еще не смотрел, где аэропорт. Там может быть. Эй, вот она, вот она, вот она. Стоп, 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 стоп. Так, я кого-то там передавил ради этого. Но оно того стоило. Так. И вот мы доставили последнюю машину из списка. Готово. Но теперь у нас новый список. И зато новая машинка. Вот тут теперь 1500 дохода будет. Это, конечно, немного, но... Так, Сейбр, Вирга, часовой, стрейч, машинцом, адмирал. Ну, в принципе, можно сделать. Я имею в виду начать делать. Потому что часовой у нас уже здесь, под носом. Вот и первая машина готова. Сейбр, Вирг, осталось 5 машин. Но это уже другая история будет. Сейчас мне надо будет сохраниться. Так, хотя там нет ничего, да? Ну и там какие-то другие машины. Ну ладно. Сохраняемся тогда. Так, вот это сохранили, да? Готово. Все.